я все свои лучшие годы могу проторчать на ветке. Эх, превратиться бы в какого-нибудь зверя, чтобы меня все боялись. Могу помочь. Ой! Так какого зверя ты хотел бы превратиться? В любого! Только чтобы... Как же меня бабушка учила? Какое же это было слово? Кря-хрю? Нет, не то. Вспомнила! Вспомнила! Смотри-ка, получилось! Все, открываю кооператив по превращениям. Очутился. 7 градусов южной широты и 30 градусов восточной долготы. Это интересно. А кто же я тогда? Так ты не знаешь, кто ты? Ну, раньше я был котенком и жил в Воронеже на улице Лизюкова. Все может быть, но сейчас ты самый обыкновенный, болтливый бегемот. Что? Всю жизнь мечтал стать бегемотом. Фу, надень, а то голову напечет. Девушка, где я вас видел? Вы случайно в Воронеже не были? Ты видишь, что я не девушка и что я на охоте? Извините, но раньше я был котенком и жил в Воронеже на улице Лизюкова. А теперь? А теперь... Как красива наша саванна с высоты птичьего полета. Ну как самочувствие? Отпусти петуха! Родителей жалко. Ей жалко.
Ворона! Здравствуй! А, котенок, здравствуй. Ну, как поживаешь? Хорошо. А что ты тут делаешь? Ищу клиентов. Я клиент! Я хочу в Воронеж! Не видел бегемота? Он забыл свою панаму. Девушка, вы не узнаете меня? Это же я, бегемот. Ну, как там у нас в Африке? Мы часто едем в Африку, в Австралию, в Бразилию. Обычно самолетами и реже по воде. Василием, то лучше, чем Воронеж, нет города нигде. Откуда здесь африканские названия? Здесь нет гиппопотамов, мартышек и рептилий.